Готовим кексы с куриной грудки с брокколи. Берем 400 грамм фарша, соли, специи по вкусу. Перекладываем в форму фарш. Затем 200 грамм брокколи, 100 грамм сыра. Закрываем фаршем. Верх смазываем томатной пастой. Ставим в духовой шкаф на 30 минут при температуре 200 градусов. Кексы с куриной грудки с брокколи готов. Приятного аппетита и до скорых встреч!